Сезон подошел к концу. Какие эмоции от сегодняшней игры? У нас получилось показать, что в Калининграде это было такое небольшое недоразумение по сравнению с сегодняшней игрой. Мы старались биться просто за каждый мяч. Первая партия, да, она немножко была провальная, но я думаю, что мы просто сами немножко входили и понимали, что возможно, сегодня уже может все закончиться. И думаю, что на немножко такое небольшое волнение мы смогли его преодолеть и во второй и третьей партии уже смогли показать хороший волейбол. А что случилось вот в середине второй партии, когда было -6, Локомотив, казалось, уверенно идет к победе второй партии, потом включились и навязали такую борьбу, что, думаю, Калининград сильно напрягся. А так обычно бывает. В такие моменты любая команда, даже если стоит чемпион и ведет 6 очков, может расслабиться в любую минуту, в любую секунду.